Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Bubblegum Simulator. В принципе, давайте не будем медлить и сразу же приступим. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. Это 3 эксплойта. После того, как вы его скачали и перенесли на рабочий стол, нажимаем вот этот шприц. Это у нас инжект. Он у нас автоматически сейчас инжектится. Автоматический инжект, кстати, работает у всех. Так, все, мы заинжектились. И вставляем вот сюда скрипт. Скрипт тоже будет в описании. И нажимаем Xcode. Так. Вот он, наш скрипт получается. Вот это я не знаю, что такое открывается. Ну ладно, в принципе. Просто не будем обращать внимания. Так, вот как видите, тут очень много функций. Прям реально очень много. Давайте по порядочку. Конечно, все я вам не покажу, в принципе, сами сможете проверить. Ну так, самые основные. Так, автобабл. Это получается автоматически будет надувать жвачку. Так, смотрим. Да, как видите, все работает. Вот, прибавляется. Так, все отлично. Также ее, получается, можно продавать. Тут можно выбрать остров, где ее продать. Допустим, давайте я выберу Peach. World включаем. И сейчас нас должно туда тпхнуть. Так, давайте заново. Выберу Candy. И Beach. Так, что-то не тпхает, очень странно. Просто я до записи проверял, меня тпхло. Так, давайте попробуем, допустим, ну, Атлантида. Так, жвачка надувается, но почему-то меня не тпхает, где нужно продавать. Так, давайте выключим и опять включим. Угу. Так, давайте я сейчас быстренько давайте перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. Давайте заново инжектимся и активируем скрипт. По идее, сейчас должно все заработать. Ну, сейчас мы, в принципе, с вами это и проверим. Так, все, мы заинжектились. Отлично. Нажимаем Xcode. Так, ждем, пока у нас запустится скрипт. Все, он запустился. Это закрываем пока что. Так, давайте. Выбираем, ну, допустим, давайте Candy. И после этого включаем авто Bubble Blow. Так. Угу. Жвачка надувается, но почему-то меня не тпхает. Очень странно. В принципе, у меня есть предположение, почему не работает. Не работает из-за того, то, что когда записываешь видео, получается нагрузка на саму игру и на запись экрана идет. Вот. И может быть из-за этого и не работает. Вот. Ну, вы, в принципе, у себя проверите, я думаю, у вас все должно работать. Так, идем дальше. Farm Drops. Я проверял до записи, эта функция не работала. Ну вот давайте проверим. Выберем, допустим, Overworld. И включим. Получается, Farm Drops, это получается, он должен тпхнуться на вот этот остров. И фармить, получается, там, монетки вот эти. Ну, короче, все, что там есть. Все, что можно собрать, он это должен фармить. Daily Challenge. Давайте включим. Это ежедневные челленджи. Так, а где у нас он не тут находится? Давно просто не играл, не знаю. Так, вот челленджи. Опача. Нифига себе, какой-то челлендж выполнен. Так, прикольно. Угу. Два челленджа выполнено. Так, давайте-ка включим. Посмотрим, прибавится где-нибудь или нет. Так, тут у нас 961. Так, заново заходим. 961. Также, по-моему, и остается. Так, ну ладно, окей. Может быть, эти функции просто работают только на Synapse. То есть, у кого Synapse есть, вы можете, в принципе, использовать этот скрипт. Так, групп. Benefits. Включим, давайте. Я, конечно, не знаю, как это переводится, но ладно. Так, и что-то не работает. Окей. Потом Buy. Merchant Pet. Это получается купить питомца. Я так понимаю,
скорее всего, вот здесь он, наверное, покупается. Да, он здесь покупается. Но, как видите, у меня, получается, не хватает гемов. То есть я купить не могу. Bubble Pass Reward. Давайте включим. Это, получается, он соберет награды, скорее всего, которые есть. Да, по идее, он должен был собрать. Давайте-ка проверим. Так, получается, у меня должно быть 2 часа удачи. Заходим в бусты. Ага, у меня даже 5 часов удачи, нифига себе. Так, и что-то у меня зависло. Подвисло, походу сейчас вылетит. Так, окей, давайте я сейчас быстренько перезайду, и мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. Давайте продолжаем. Redeemed Shard Hall. Чел или хал. Не знаю, как это читается. Сразу извиняюсь. Чайл. Чейл или чайл. Чайл, скорее всего. Давайте включим. Так, и что-то ничего не произошло. По идее, должен был активироваться какой-то шард чейл. Не знаю, как это переводится, сразу говорю. Так, Redeemed Carnival Chail. Или Chail, не знаю. Так, это, я так понимаю, находится где-то вот здесь. За этими дверями, может быть. Так, ну давайте включим. Но не факт, что сработает. Да, не работает. А, смотрите, тут есть мини-игры. Мини-игры, я так понимаю, находятся вот здесь. То есть я вам показать не смогу. Мне получается, чтобы вам показать, нужно сначала открыть 3000 яиц. Вот, у меня 3000 яиц пока не открыто. Вот, вы, получается, я так думаю, подходите, допустим, к игре, мини-игре. Допустим, включаете вот эту функцию, Spin to Win. Вы, получается, моментально ее проходите и побеждаете. Я думаю, вот так это все работает. В принципе, у кого открыта данная локация, вы сможете сами проверить. А Doggy Jump. Это у нас... типа прыжок собаки. Но я не знаю, как он работает. Я до записи не проверял. Вот. Ну ладно. Идем дальше. Match Pets. Так, включаем. И ничего не произошло. Окей. Так. Давайте глянем, что у нас тут за функции. Давайте включим авто Гус СТП. Так, что-то у нас ничего не срабатывает. Окей, скорее всего, мне кажется, это работает на Synapse. Так, идем дальше. Значит, смотрите. Опача. Заработало, слушайте. Но, видите, меня обратно тпхает. Из-за того, что у меня локация закрыта. Так, ладно, идем дальше. Давайте следующие функции. Это у нас получается автооткрытие яиц. Допустим, вот у нас есть яйцо. Пишем сюда название. Камон яйцо. Даже можно до конца не писать. Так, а как теперь вот это вот отключить? А, я знаю, как это отключить. Все. Мы отключили, теперь мы тпхаться не будем. Так, все, я выбрал яйцо. Анимации вроде бы как нету. Давайте включим. Да, анимации покупки нету. Но оно покупается. Смотрите. Заходим items. Смотрите, посмотрите, у меня сейчас 61 слот забит уже. Включаем. Ждем немножечко. Сейчас 62 должно стать. Так, давайте перезайдем. Так, заново включим. Все, ждем. И что-то не покупается. Странно. Но вот смотрите, получается, вот эти вот пэты появились. Где они тут? Какие там вообще должны быть? Камон. Так, а у меня их даже нету. Странно. Так, давайте еще раз напишем. Только другое яйцо. Так, вот оно, если не ошибаюсь. Так. У меня получается 61 слот забит. Включаем. Так, анимации у нас нету. Так, давайте, может, поближе подойдем.
Из-за этого не покупается. Так, заново включим. Просто я до записи видео проверял, у меня все работало. Я не знаю, что сейчас за фигня случилась, но реально все работает. Так, ладно, короче, давайте забьем. Так. А, какой у них там... Этот стиль, или как он называется. Просто уже давно не играл, забыл уже. Так, это получается красный, это рарный. Он Кьюин. Ага, смотрите. А, находим вот эту функцию, Deleted OnQueuing. Получается, сейчас все удалятся питомцы, которые у меня OnQueuing. Нажимаем. Как видите, все сработало. Все работает. Также это работает на вот этих вот всех, получается, видах рарности. А, также можно по имени удалять. Также можно сделать питомца Shiny. Вот. А, также можно сделать Enchant Shiny и инчат нормального. Но показать не могу, потому что у меня сейчас, скорее всего, ничего хватать не будет. Max Level Enchant. Давайте нажмем. Но у меня сейчас не сработает, потому что у меня сейчас ничего для прокачки нет. Вот. Потом Use Max Point. Получается, которые у вас есть поинты, они все юзнутся на какого-то питомца. А, также здесь, я так понимаю, нужно писать название питомца Shiny. Здесь нормального. Вот. Ну, в принципе, остаются вот эти функции. Я думаю, вы сами сможете их проверить. На этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.